утро под серебряным дождем. И мы рады приветствовать в нашей студии директора Центра экстренной психологической помощи, кандидата психологических наук, заслуженного спасателя Российской Федерации Юлию Сергеевну Шойгу. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим, как мы с вами ведем себя в кризисной ситуации, уважаемые дамы и господа. Насколько мы можем справляться с той паникой? А ведь именно это чувство первым в нас возникает, как из чувства страха, естественно и абсолютно, но мы ему поддаемся, когда оказываемся в какой-то кризисной ситуации. Поводов у нас, к сожалению, немало для того, чтобы поговорить об этом. И ситуация, то, что сейчас происходит в Орске, в Оренбургской области, когда в зоне подтопления оказались, ну, в общем-то, тысячи и тысячи людей. И их сейчас приходится как раз-таки на МЧС, вот, в буквальном смысле, вызволять оттуда. Так, давайте начнем с базовых советов. Юлия Сергеевна, как вот человек оказался, допустим, в критической ситуации? К примеру, топит. Ну да, что-то всю деревню. Техногенное, что-то такое непредвиденное, и как себя правильно вести в таких ситуациях. Что нужно первым делом сделать? Вот смотрите, за две минуты вы накидали прям несколько ситуаций, в которых нужно предпринять некоторое количество действий, которое поможет спасти жизнь, здоровье, имущество. И действительно, жизнь-то наша очень разнообразная. Она дает нам огромное количество возможностей, которое позволяет нам работать, самореализовываться, отдыхать, проводить время с семьей, развлекаться, ну, делать массу интересных, полезных и очень важных для нас вещей. Но вместе с ними приходят и специфические риски, которые характерны для каждого такого вида деятельности. В лесу одни риски, при наводнении другие, во время эпидемии третьи. Поэтому мне очень нравится говорить про универсальные правила безопасного поведения. Их всего три, они несложные. Их можно запомнить. Первое из них – это предвидеть опасность, то есть знать, что тебе грозит. Если мы не знаем про то, что в лесу живут, например, клещи, то и никак уберечься от них мы не можем. А второе – это по возможности этой опасности избежать, то есть предпринять те действия, которые помогут нам не встретиться с этой. А вот опытные спасатели говорят о том, что лучший способ выйти без потери из чрезвычайной ситуации – это в нее не попасть. И третий принцип – это при необходимости действовать. А вот ответ на вопрос, как не паниковать, относится к этому третьему правилу при необходимости действовать. И это первое, что нам нужно сделать, взять себя в руки, потому что здравый ум и здравый разум – это то, что помогает нам наиболее правильно, наиболее эффективно себя вести. Можем дальше поговорить о том, как же взять себя в руки, потому что просто сказать «не паниковать», наверное, этого маловато. Да, ну интересно, да. Еще и первый пункт. Я, знаете, почему-то сразу вспоминаю вот этих людей, которых я вот не знаю, как приучить. Они на лед выходят в марте, он уже тонкий, а он все со своей мормышечкой. Давай, значит, что-нибудь там подлавливать. Или бабулечка какая-то. Сейчас вот, я сокращу время, вот конечно, пройду через. Ежу понятно, что лед тонкий, он сейчас туда подломится. Но как вот ему объяснить, что после определенного периода знаки, которые стоят на лед не выходить, они имеют прямое значение. На лед не выходить, потому что он проломится, ты утонешь. Вот, наверное, мы с вами сейчас в том числе этим и занимаемся, рассказываем о том, как важно вот не попасть в ситуацию, которая может потом стоить здоровья, жизни в каких-то случаях, имущества, да этих, нервов. Да я бы с этих людей денег бы брал за спасение, ну честно. Если у него не хватило ума понять, что на этой день можно провалиться, зачем туда полез? Ну это же как бы... Ладно бы это там 10-летний пацан был, но там же взрослые мужики. 10-летние пацаны тоже вылезают на льдину, поэтому очень важно и со школы начинать говорить, конечно, о том, как правильно себя вести. Плюс 7-900-379-7633, таковы координаты прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы по поведению в критических ситуациях, а может быть вы были участником какого-либо действительно такого стихийного бедствия, и вы видели, как кто-то ведет себя, кто-то вам помог, или вы помогли кому-то, напишите нам эти истории. Чрезвычайно интересно. Может быть, вы поделитесь каким-то лайфхаком, советом. Да, как что вам помогло. Что вам помогло в критический момент справиться со стрессом. Ну, а мы уж с Юлией Сергеевной тогда обсудим это дело, скажем, насколько верны или неверны были ваши действия. В качестве музыкальной композиции Tijuana Panthers «Boardwalk». Тут уже рецепты пошли, предлагают мало того, что штраф указать, так нужна еще и плетка, чтобы людей не пускать на лед. Вот так вот. А, кстати, нет, правда, штрафов за выход на лед на такой тоненький?
Вы знаете, наверное, не смогу вам точно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что установление таких штрафов во многом относится к таких мер во многом относится к прерогативе действия субъектов. Не совсем по моей теме, не совсем по моей компетенции вопрос. И все-таки, как представитель гуманистической профессии, я бы не настаивала на плетке все же. Поэтому предлагаю продолжить дальше говорить о том, как не паниковать и как справляться со сложными ситуациями. Ну, давайте как не паниковать, как вот собраться, что называется. Да, ну вот мы уже заметили о том, что просто сказать «не паникуйте» никому не помогает. И действительно, у психологов есть несколько инструментов, которые помогают людям в такой острой ситуации собраться. Ну, инструмент первый – это привести себя в более или менее адекватное ситуации состояние, когда человек может рационально действовать. Что нам мешает? Нам мешает вот этот эмоциональный шквал, который нас охватывает. Страх, паника, вот, когда человек теряется от такого эмоционального шквала. Значит, эту эмоцию нужно немножечко пригасить, нужно сделать немножко слабее. Что для этого можно предложить? Во-первых, ну, первый такой скоропомощной путь – это сосредоточиться на дыхании. Дышать медленно и сделать несколько дыхательных движений, сосредоточившись именно на них. Потому что наш мозг так устроен, что когда мы сосредотачиваемся на чем-то одном, на другое возможностей, ресурсов, ну, не то чтобы не хватает, они переключаются на то, на чем мы сосредотачиваемся. А сразу же после того, как вот эта вот первая эмоция чуть-чуть стала слабее, нужно потихоньку сосредотачиваться на тех действиях, которые нужно сделать, ну, вот в предложенных обстоятельствах. Вы сегодня упоминали, когда происходит затопление какого-то населенного пункта. Это же тоже происходит чаще всего не в одну секунду. Какое-то время, минуты, а чаще часы, часто это бывают дни, когда вода доходит до населенного пункта, у человека есть для того, чтобы продумать свой план действий. Собрать документы, подготовить свое жилье к возможному подъему воды, убрать все ценные вещи наверх, собрать необходимые, помимо документов, собрать аптечку, необходимые теплые вещи, внимательно слушать сообщения специальных служб и властей и, конечно, не противиться эвакуации. Конечно, если местные власти, специалисты МЧС и эксперты предлагают эвакуироваться, конечно, не нужно отказываться от этого мероприятия. Это поможет сохранить, ну, как минимум, жизнь и здоровье. А, кстати, какими правами обладают спасатели, когда речь идет о принудительной эвакуации? Ведь в случае, когда люди отказываются от эвакуации, а я буренку не оставлю, да, они нередки. Может спасатель силой взять, просто вот выдернуть? Мы все время в какую-то юридическую плоскость, психологической скатываемся. Ну, иногда человек, находящийся же в шоке, он сам не понимает, он говорит, да нет, никуда я не буду эвакуироваться. И тут уже работа спасателя — настроить его правильно, объяснить, почему это нужно. Вы знаете, есть такая, есть в России создана такая система, называется единая система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которая реализована на разных уровнях. Она реализована на федеральном уровне, на уровне субъекта, на уровне муниципального. У каждого из участников этой системы есть свои цели и задачи, права и обязанности, в том числе некие права и обязанности есть у граждан. И поэтому эвакуироваться в случае необходимости – это одна из необходимых вещей, которую должны сделать люди для того, чтобы избежать больших последствий катастрофы. Это их обязанность как раз-таки. Как правильно подготовить жилище в случае эвакуации? Потому что многие, допустим, опасаются сразу же мародерства. Очевидно. Как вы в меня верите? Ну, вы же специалист в этой отрасли. На самом деле, ну, первое, о чем человек заботится, это об имуществе и о домашних животных. А в тех случаях, когда это животные крупные, предпринимаются дополнительные меры для того, чтобы их можно было эвакуировать в безопасное место,
и обеспечить необходимый уход за ними, ведь это довольно сложная история. А если это животные более мелкие, очень часто люди забирают их с собой, кошек, собак, а, как вы сейчас, наверное, видите в средствах массовой информации, mm-hmm. очень часто дополнительно предпринимаются действия для того, чтобы вот этих домашних животных обезопасить. А все те ценные предметы, которые могут пострадать от воды, лучше бы поднять на более высокие этажи или на так высоко, как это возможно. Закрыть окна, двери, отключить газ, электричество, для того, чтобы не было последствий в виде возможных коммунальных аварий, электротравм, ведь наводнение может повредить в том числе и коммуникации, которые могут. А вот еще раз повторюсь, потому что это важно, заранее приготовить тревожный чемоданчик, в который, тоже мы часто говорим, тревожный чемоданчик, вот что туда входит? Туда mm-hmm. входят документы, ценности, аптечка с необходимыми медикаментами и средствами первой помощи, туда входит запас одежды по сезону сменный, туда входит небольшой запас еды, питьевой воды. Ну вот, собственно, это основные вещи, которые рекомендуют брать. Важно позаботиться о полной зарядке мобильных телефонов, если есть возможность взять дополнительное зарядное устройство. Пауэрбанки, да. Вот пауэрбанки. Для того, чтобы оставаться на связи, это бывает очень важно. В случае наводнения дополнительно хорошо бы упаковать документы, деньги, ценности и гаджеты в водонепроницаемые какие-то емкости. Угу. Вот, поэтому это тот необходимый, да, минимальный запас, которым человек может себя чувствовать относительно комфортно в течение нескольких дней. Если возвращаться все-таки к панике, вот человек, допустим, он там подышал, сам не запаниковал, но вокруг него куча людей обычно, которые, может быть, не подышали, и они нагнетают атмосферу. А вот нужно ли человеку, который как бы стойко себя ощущает в этот момент, успокаивать их как-то и приводить в порядок? Или вот он должен отвечать только за себя в какой-то экстренной ситуации и не обращать внимания на остальных паникующих? Вы затронули очень интересный вопрос. Это когда мы говорим не об одном человеке, а о целой группе людей, иногда, возможно, очень большой группе людей, мы сталкиваемся с таким интересным феноменом, когда поведение группы людей не сводится к сумме индивидуальных реакций, не только к тому, как ведет себя там каждый человек. А группа людей — это отдельное явление, которое развивается mm-hmm. по своим закономерностям и процессам. И основная закономерность, которая в этой ситуации присутствует, это так называемый механизм неосознаваемого эмоционального заражения. Когда эмоции одного человека очень легко передается окружающим. Mm-hmm. Каждый знает это ощущение. Вот когда мы идем, например, там, смотреть на салют в День Победы, охватывает вот это вот чувство единения, чувство восторга, когда мы приходим болеть там на спортивный матч, на стадион. Mm-hmm. Даже если человек абсолютно не болельщик, он через некоторое время проникается этой атмосферой. Заражается этим вирусом. Заражается. Вот этот механизм так и называется – заражение. Mm-hmm. Поэтому, когда мы говорим о групповом поведении, очень важно сохранять свое спокойствие, хотя это не так просто. Можно дышать, можно про себя решать несложные там задачки какие-то, искать mm-hmm. рифмы, что-нибудь с чем-нибудь складывать, отнимать, сосредотачиваться на каждом конкретном действии, но, тем не менее, этот механизм неосознаваем, он будет на нас действовать так или иначе. Мы можем только немного ограничить его действие. Поэтому очень важно, а особенно это важно, когда мы идем в места с массовым пребыванием людей, потому что специфический риск там, где в местах массового пребывания
существования людей уже понятен из названия. Много людей в одном месте. А это возникновение толпы, прежде всего толпы действующей, то есть большого количества людей, которые под каким-то воздействием, испугавшись ли, желая ли чего-то, желая ли получить какое-то благо, начинает действовать совершенно стихийно. Возникает действующая толпа, и чаще всего ее последствием является давка. Угу. В этой ситуации очень важно понимать, каким образом себя вести для того, чтобы максимально обезопасить. Опять вспоминая о правилах безопасного поведения, универсальных, про которые мы поговорили в самом начале, предвидеть опасность, постараться избежать ее и при необходимости действовать. Вот для того, чтобы предвидеть опасность, когда мы идем на какое-то большое мероприятие, в какое-то место, где мы понимаем, что много людей, мы должны учитывать этот риск и заранее к нему быть готовым. Казалось бы, к этому сложно быть готовым, но мы можем выбрать ту одежду, которая позволит нам в случае такой опасности действовать и двигаться достаточно свободно. Например, в туфлях на каблуках очень сложно находиться в толпе, а в удобной обуви, наверное, гораздо удобнее, не наверное, абсолютно точно. Заходя на такое мероприятие, заходя в такое место, на такую площадку, мы можем посмотреть те пути эвакуации, которые могут нам помочь в случае какой-то нештатной ситуации, пожара, возникновения толпы. Куда идти, куда бежать? Мы их сами смотрим или ищем где-то таблицу, на которой... Везде есть таблица с местами, везде есть такой стенд с местами эвакуации. Если вы не обратите внимание, в любом общественном месте места эвакуации еще и помечены. Uh-huh. Нам нужно только сделать небольшое усилие и обратить на это внимание. И в голове простроить некий путь, куда в случае необходимости двигаться. Как раз если вдруг такое событие происходит, какое-то событие, которое вызывает нештатные какие-то реакции, вот эти доли, секунды, минуты, сэкономленные на том, что мы уже простроили план действий, помогают нам выиграть то время, а мы всегда в чрезвычайных ситуациях, мы всегда догоняем, мы всегда пытаемся опередить время. Помогает нам выиграть вот эти минуты для того, чтобы спасти себя и своих близких. Юрий Сергеевна, вопрос тогда сразу же у меня возник. Вот бежать с толпой или бежать от толпы? А двигаться по направлению толпы. Вот переходим к третьему правилу, универсальному, при необходимости действовать. Что я имею в виду? Знать, как себя вести. Двигаться по направлению толпы. Пересекать, двигаться наперерез бессмысленно и достаточно опасно. Мы всегда стараемся, наша цель из толпы выйти. Поэтому мы, двигаясь по направлению, стараемся перемещаться к краю. Так как мы, предположим, что мы соблюли все то, о чем говорили ранее, да, все то, о чем посмотрели, как эвакуироваться, мы уже увидели с вами опасные места, узкие коридоры, углы, проходы, в которых могут возникнуть, та самая давка, которая наиболее опасна при таких ситуациях. Поэтому таких мест мы стараемся избежать. Вторая большая задача – это удержаться на ногах. Именно поэтому, попадая в такую ситуацию, без всякого сожаления избавляемся от того, что может нам помешать и что может повредить. Длинных зонтов, шарфов, сумок с длинным ремнем, неудобной обуви даже в каких-то ситуациях. И стараемся удержаться на ногах. Если вдруг удержаться на ногах не удалось, пытаемся встать. Встаем вперед рывком, при возможности ухватившись за кого-то из тех, кто идет впереди. Защищаем руками грудную клетку. Если подняться не удалось, сворачиваемся в позу эмбриона, защищаем голову, да? И при любой возможности снова пытаемся встать. Чтобы толпа, конечно, прошла. А вот по поводу, когда в давке мы оказались, нужно ли брыкаться очень сильно, если мы вдруг не одни с нами ребенок? Ребенка, наверное, лучше на руки взять.
Максимально сделать максимально те действия, которые позволят защитить на руки, на шею. Давка очень опасная история, к сожалению, очень плохо контролируемая. Лучше в середине или к стене тогда убраться? Вот если идет такая толпа и начинается давка, где безопаснее будет? К стене будет опаснее, потому что стены и вот те самые повороты, узкие проходы, это то, что почти не оставляет вам возможности каким-то образом двигаться. То есть лучше держаться так в середине этой толпы, где начинает образовываться давка, потому что там просто больше места за счет того, что люди же не стены, они помягче немножечко. Вы знаете, не знаю, насколько это правда. Вроде бы есть такое наблюдение, вроде бы есть такая история, когда на каком-то мероприятии возникла давка. Это не наша, не российская история, но тем не менее расскажу, она очень показательна. В которой оказалась группа студентов-психологов. И для того, чтобы избежать вот такой опасности, да, избежать вот этого травмирования, может быть, и гибели, они хором стали скандировать лозунг «Не толкай». И так как механизм эмоционального заражения действует, это подхватила толпа, и, в общем-то, вроде бы это смогло остановить вот такое... Это скорее, наверное, в разряде баек, но, тем не менее, такая история есть. Замечательный пример. Это «Утро» под серебряным дождем. И в гостях у нас Юлия Сергеевна Шойгу, напомню, директор Центра исследований психологической помощи, кандидат психологических наук и заслуженный спасатель Российской Федерации. Юлия Сергеевна, ну давайте тогда теперь уже конкретным пунктом. Пожар. Вот такая ситуация. И, допустим, не дай бог, пожар еще и в общественном месте. Ну, от дыма надо бежать куда-то. Вы знаете, сценариев мы с вами можем придумать достаточно много. И вот что бы мне хотелось сказать, безопасность – это та вещь, которой нужно и можно заниматься системно, обращая внимание на те риски, которые нас окружают, и на те сценарии поведения, которые... могут нам помочь в той или иной ситуации. Знаете, когда говорят, что внутренний голос мне подсказал, вся жизнь промелькнула перед глазами. На самом деле, вот моя, допустим, профессиональная практика, она говорит о том, что это не просто такая красивая фраза. Это действительно механизм, подаренный нам Богом, эволюцией, там, всем природой. Процессом, природой, развитием. А это... такое ощущение, когда в период опасности время как будто бы замедляется. Если разговаривали с людьми, которые попадали в какие-то такие ситуации, что перед вот инцидентом время как будто замедляется и растягивается, а память подсказывает нам самое близкое из того, что мы знаем о том, как вести себя в этой ситуации. И поэтому мы можем позаботиться о себе заблаговременно, рассказав своему внутреннему голосу, показав своему внутреннему голосу, как себя вести. И тогда очень вероятно, что в кризисной ситуации он даст нам правильные советы. Что касается пожара в общественном месте. Первое, вот опять вспоминая, да, приходя в общественное место, мы должны понимать, что такой риск возможен. Мы должны посмотреть пути эвакуации, посмотреть, куда бежать в случае необходимости, по возможности избежать беды. Что мы можем для этого сделать? Ну, в первую очередь, не игнорировать никакие признаки пожара. Что это может быть? Это может быть дым, это может быть запах, это может быть какие-то признаки горения. И это часто бывает пожарная сигнализация. Зачастую наблюдаешь такую картину, когда в общественном месте, в гостинице, в торговом центре срабатывает пожарная сигнализация. И все иногда сидят. Учение, иногда ложное срабатывание. И все сидят. И, наверное, лучше 50 раз выйти просто так на какую-то тренировку, чем в случае необходимости проигнорировать этот, этот признак опасности. Поэтому не игнорировать.
И, конечно, в случае необходимости следовать указаниям администрации, следовать по тем маршрутам эвакуации, которые мы посмотрели, и стараться уйти от, ну, как бы максимально быстро уйти от этой опасности. Угу. Поэтому, понимаете, сценариев, вот я в МЧС работаю почти 25 лет. Я вам могу сказать, что нет катастрофы, которая бы... Нет двух одинаковых катастроф, нет ситуации, которая бы развивалась по одному и тому же сценарию. Поэтому чем больше мы знаем о правилах безопасности, чем больше мы умеем, тем комфортнее и безопаснее и наша жизнь, и жизнь с нами, и жизнь наших близких, что... Поэтому соблюдаем правила безопасности, покупаем домой пожарный извещатель и огнетушитель, пристегиваемся, находясь за рулем, предупреждаем своих близких, когда мы идем в лес, надеваем в лес подходящую одежду ярких цветов, заряжаем телефон. И много-много-много тех правил, которые позволят в большой степени вероятности избежать таких вот типичных опасностей, которые являются, ну, спутником жизни каждого человека. Осваиваем знания, которые помогут в экстренной, в экстремальной, в чрезвычайной ситуации. Что это может быть? Это может быть там оказание первой помощи. То, что те навыки, которые может освоить каждый человек, которые помогут помочь пострадавшему, помочь человеку, который пострадал на ваших глазах, не умереть и дождаться помощи врачей. Ну, очень спорная ситуация, тогда сразу же возникает случай с дорожно-транспортными происшествиями. Зачастую людей зажимают в машине. Я слышал от спасателей, они говорят, что, слушайте, не надо пытаться вытащить человека, зажатого в металле. Лучше дождаться нас, оказать ему психологическую помощь, сказав, что помощь едет, да, ну как-то вот поддержать человека, нежели пытаться выводить из машины, потому что чревато травмами позвоночника, мы не знали. Вы правы, за одним исключением. Из машины человека нужно вытаскивать во всех тех случаях, когда ему что-то угрожает. Угу. Пожар от разлившегося топлива, например. Если угроза больше, чем риск для его здоровья, человека, конечно, нужно попытаться вытащить. Во всех остальных ситуациях вы правы. В случае такого дорожно-транспортного происшествия нужно дождаться спасателей, но это не значит, что у нас нет никаких возможностей оказать человеку первую помощь. Часто мы имеем доступ к этому человеку и можем, как минимум, попытаться остановить кровотечение. Если мы его видим. Если мы его видим. Если человек в сознании, мы действительно можем с ним разговаривать. И нужно сказать, что вот то, о чем вы сказали, психологическая поддержка является одним из мероприятий первой помощи. Признанным и указанным в нормативных документах Министерства здравоохранения. Наверное, не без гордости скажу, что не вот те, скажем, приемы, которые сейчас входят в объем этой самой психологической поддержки, родились благодаря обобщению и такой интеграции опыта работы специалистов нашей службы, работы психологов, когда мы отобрали те приемы, которые могут помочь и не могут навредить в этой ситуации. Мы собрали все это, ну, как бы в единую такую памятку. Вот могу порекомендовать обратиться на сайт МЧС России, там эта памятка есть. Ее можно посмотреть и даже скачать для того, чтобы освежать память. Освежать, да? В памяти. Носить всегда с собой. Носить с собой и переслать кому-то из тех, кто вам дорог. Поэтому не бесполезные для жизни навыки и знания. А вот еще возвращаясь к пожару, просто вот самые основные правила. Просто я знаю, что очень многие люди, когда начинается пожар в каком-то большом, например, здании, пытаются выйти на крышу. Вот правильно идти все-таки вниз или вверх в этой ситуации?
Мы уже с вами говорили, что сценариев может быть довольно много. Mm-hmm. Конечно, общее правило – это выходить таким образом, чтобы и не избежать, чтобы не ставить себя в более уязвимое положение. Конечно, мы все знаем, что пожар в большинстве случаев, при там, большинстве условий, горение развивается вверх. Mm-hmm. Ну, как бы, если пожар возник там условно на третьем этаже, то, скорее всего, он дальше будет подниматься наверх. Поэтому бежать наверх, наверное, не самая лучшая стратегия. И если есть возможность, опять же говорим о том, если есть такая возможность, mm-hmm. мы должны эвакуироваться вниз, предупреждая по пути всех, кто нам встречается, о том, что пожар, и необходимо выходить из здания и помещения. То же самое, как в многоквартирном доме при пожаре. Спускаемся, не пользуемся лифтом. Лифтом mm-hmm. пользоваться чрезвычайно опасно во время пожара. Современные лифты, наверное, вы знаете, отключаются при пожаре, опускаются на первый этаж, открывают двери и замирают при пожарной тревоге. Поэтому правильно, если есть возможность, правильно, конечно, эвакуироваться вниз. Бывают такие случаи, когда это, к сожалению, невозможно. Тогда основная задача – постараться дождаться помощи. Для этого очень важно и дать о себе вовремя знать теми способами, которые есть. Если человек находится в замкнутом помещении, то постараться максимально снизить приток воздуха, mm-hmm. приток кислорода – обязательное условие для горения. Чем больше приток кислорода, тем активнее развивается горение. И давать знать и ждать помощи. Юсиня, такой вопрос, не знаю, насколько вам. Вот когда конструируют самолеты, там рассчитывают обязательно, сколько людей, с какой скоростью могут эвакуировать. Есть нормативы. Вот в наших торговых центрах, с учетом того, что у нас такое частенько бывает, рассчитывается ли при конструировании скорость эвакуации людей? Учитывается ли? Нормативы, безусловно, есть. Безопасность общественных зданий и сооружений – это большая, сложная тема. Поэтому нормативы, безусловно, есть. То есть контроль за их соблюдением все-таки ведется? Тема контроля – это не совсем моя специфическая область знаний, как и любая другая, она требует специальных экспертных знаний. Поэтому для того, чтобы понять, как это осуществляется, конечно, хорошо бы поговорить уже с экспертом в области пожарной безопасности, в области государственного пожарного надзора. Мне кажется, это было бы сильно эффективнее. Но самое главное, что есть хотя бы нормативы, которые обязывают владельцев тех или иных зданий обеспечивать нормальное количество запасных выходов, и чтобы они находились, были видимы, и люди могли быстро эвакуироваться. И открыты еще были. Но открыты были, это вообще отдельная песня. Когда зачем запасной выход, зачем на нем надпись, если он закрыт? Какой же это тогда выход, если он закрыт, простите? Видите, обеспечение безопасности — это всегда, ну, как бы трехсторонняя договоренность. Часть обязанностей, большая часть обязанностей, серьезная часть обязанностей, про это много делает, лежит на государстве. Многое лежит на обществе и общественных институтах. Мы сами, как общество, вырабатываем для себя определенные, ну, как бы, правила поведения. Ну, ведь, да. Вот, понимаете, там, 15 лет назад пристегиваться за рулем было скорее исключение, нежели mm-hmm. правило. Это моветон считалось, да, даже. Сейчас это практически правило. Конечно. И большая доля ответственности лежит все-таки на самом человеке, на личности. Мы сегодня убедились, что мы сами можем сделать многое для того, чтобы наша жизнь была безопаснее. Время подходит к концу. Спасибо большое. Я надеюсь, что кому-то наши советы сегодня помогут в критической ситуации. Юлия Сергеевна Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи, кандидат психологических наук и заслуженный спасатель Российской Федерации, была сегодня в гостях у «Серебряного дождя». Хорошего вам дня. Спасибо за интересное утро. Хорошего вам дня.